Меня зовут Куимова Настя, я актриса. Я считаю, что видеовизитки — это не есть хорошо. Потому что что может сказать об актере или актрисе, что он хороший актер или хорошая актриса? Как мне кажется, только его работа, фильмы, сериалы. А видеовизитки могут сказать о том, как человек волнуется, как он переживает, как он пытается ответить на вопросы, которые не имеют к нему никакого отношения. При том, что, знаете, даже если он сам будет составлять эти вопросы, не факт, что они его раскроют. И не факт, что это будет интересно. Я бы хотела, чтобы за меня, как за творческую единицу, говорили мои работы, мои фильмы, мои сериалы. Возможно, мои режиссерские работы, потому что я учусь на режиссера и сценариста ВКСР и только начинаю свой путь, пишу сценарии, мне это нравится. Мне нравится создавать. Мне нравится искать актеров, мне нравится сам процесс создания. И, конечно, мне нравится играть. Я люблю сцену, я люблю быть в кадре. Я понимаю, что я могу многое сказать, многое донести. Не словами на улице или дома, а на сцене, в кадре, сейчас. Окей, может, не сейчас. Скорее всего, не сейчас, а в кино, на съемочной площадке. Поэтому я не знаю, что вам скажет эта визитка, и уж точно не знаю, какое у вас будет обо мне мнение. Но я пыталась. Честно. Искренне. Пока.